Щелковском историко-художественном музее открылась выставка живописи Нины Габриэлян. Здесь представлены работы разных лет – пейзажи, портреты, натюрморты, жанровые сцены. Нина Габриэлян является не только художником, но и поэтом, прозаиком, переводчиком поэзии, культурологом, членом Союза писателей Москвы и Армении, а также Международного художественного фонда. Экспозиция включает в себя картины, вдохновленные поездками Нины по Подмосковью, Армении, Швейцарии, Черногории, Италии. Выставка приурочена к юбилейной дате – годовщине со дня рождения художницы. Будем считать, что вот эта выставка – это наше совместное творчество, потому что нам на откуп дали подбор работ, развеску, нами никто не руководил. То есть мы сами создавали вот эту атмосферу тепла, уюта, красок. Отличительными особенностями творчества Нины Габриэлян является колорит и выразительность, благодаря которым ее работы привлекают внимание зрителя. В своих произведениях художница активно использует яркие насыщенные цвета, придающие картинам особую глубину и эмоциональность. Хочу поблагодарить Наталью Владимировну, директора музея, за возможность сделать здесь выставку, сотрудников музея. Большое вам спасибо, мне здесь нравится. Как автор, Нина Габриэлян написала сборники стихов и повести, активно переводит поэзию с различных языков. Некоторые ее произведения также представлены на данной выставке. Почитатели живописи ждут в выставочном зале галерея до 24 февраля. Евгения Корытько, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.